Японские каникулы, второй сезон, так называется проект, который идет на нашем телеканале. Съемочная группа «Губернии» рассказывает и показывает, что интересного есть в японской глубинке. Есть и пить. Сегодня смотрите репортаж о чайной церемонии. Чайная церемония в Японии остается важнейшим из искусств. В городе Касама есть старинный чайный дом, где, надеюсь, мастер этой церемонии заварит мне чайку. Не поверите, но это вход в чайный домик. Выглядит как маленькое окошко. Сделано так не случайно. Дело в том, что в чайных домах проходили часто переговоры коллег по работе или врагов по работе. Поэтому самурай, когда приходил сюда, должен был сдать оружие. Ну, не отберешь же его у него. Поэтому сделали окошко, чтобы со своими мечами он бы сюда не пролез. При этом бы поклонился, то есть показал, все мы здесь на равных. Но есть в чайном домике и второй вход. Для VIP-персон. И сегодня это VIP-персона я. Конничива. Сначала мы вам сладкое подадим, почувствуйте сладость во рту. Очень вкусно. Теперь настало время чая. Сначала горячей водой разогреваем чашку и венчик. Да, это нужно делать не торопясь. Мы за вами поухаживаем, а вы наблюдаете. Чем важнее человек, тем меньше он должен работать. Кстати, коробочка с чаем расписана золотым и красным. Это не случайно. Сейчас осень, и посуда должна быть в цвет сезона, а это очень важно. А теперь повторяйте за мной. Берем чашку в левую руку и поворачиваем правой. Чашка повернулась к вам лицом. Можно пить чай. После того, как чашка опустела, с ней нужно попрощаться. Хорошенько рассмотреть ее, потрогать. Это очень приятное ощущение, она еще теплая. И важно в это время подумать, что чайная церемония состоялась в это время, в этом месте, и вряд ли повторится с этой чашкой. Ставим ее за черную полосу татами. Церемония окончена. Аригато гадзаимаста.